Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Вязания». Мы с вами связали вот такие квадраты, научились их вязать. Вязать несложно, выглядит очень красиво. И мы идем дальше, мы их будем соединять. Для этого мы провязываем первый ряд и второй, два уголочка. А потом начинаем соединять, как вяжется второй ряд квадратов. Да? Уголочек всегда остается уголочком. Вот, всегда остается уголочком. Но мы здесь вяжем пока только просто три столбика. Давайте сделаем вот так вот, как вариант. Да? А здесь уже будем присоединять. Уже самую последнюю полосочку. Вот. Две воздушные петли. Здесь, где у нас арочка, мы вяжем столбик. И еще один, и еще один. Три столбика с одним накидом вяжем. Между ними две воздушные петли. И опять столбик. Раз, два, три. Две воздушные петли. Квадрат, в углу квадрата мы всегда вяжем группу из трех столбиков, между ними три воздушные, раз, два, три, и еще три столбика с одним накидом, один, два, три, две воздушные петли, один. Так, один, два, так, торопимся, да, два, три, раз, два, один, два, три, раз, два. Переходим опять к одному из углов нашего квадрата, вяжем только три столбика, три воздушные петли, раз, два, три, поворачиваем вязание вот так вот, вот, отложили, берем новый квадрат, и вот смотрите, вот здесь вот наша вот эта арочка, мы подхватываем крючок и вяжем здесь три. Можем связать три воздушные петли. Так, что у нас здесь получается? Вот так вот у нас должно получиться. Так, мы просто это дело еще разочек. Проба еще один раз. Мы вяжем один столбик, второй столбик и третий столбик. Вот. Точно так же вяжем вот сюда за эту арочку, цепляемся. Одну воздушную петлю провязали, у нас их две всегда. Подхватываем вот в первой арочке еще одна воздушная петля. И вяжем, вот три пропускаем вот сюда воздушную, там где у нас воздушные арочки, да? Один, два, три. Одна воздушная петля у нас идет. Вот, смотрим вот в это место, подхватываем, воздушную петлю вяжем и свободное, да, место вяжем еще три столбика, один, два, три, воздушную петлю провязали, смотрим, вот сюда подхватили. Сюда подхватили воздушную петлю, вяжем наш уголочек, один столбик, два, три, на уголочке вяжем 1-2 воздушные петли, вот, подхватываем за сам уголочек, еще две воздушные, 1-2, и в это же самое место довязываем наш уголок.
Вот такое соединение у нас будет. Соединение очень простенькое. Да, давайте еще раз посмотрим, что мы с вами сделали. Мы провязали верх, провязали боковиночку. Здесь вяжем друг против друга вот все эти наши группы из трех столбиков. И вот такое соединение у нас получится. Поворачиваем вязание. И вяжем все то же самое, что мы вязали здесь. Вот. Раз, два, три, уголочек. Вот мы уголочек связали. И мы будем так и делать. Мы будем провязывать сюда. Мы будем провязывать сюда. А здесь будем поворачивать. Давайте еще один свяжем вместе квадрат, чтобы закрепить. Вот. Дальше вяжем самостоятельно. И потом я покажу, как всю повязочку, последний ряд, будем соединять. Как соединять первый квадрат и последний, чтобы уже точно все знать. А здесь мы уже вяжем по накатанному пути. Мы здесь все с вами знаем. Две воздушные петли. Уголочек мы с вами провязываем как уголочек в квадрате. То есть три столбика. Раз, два, три. Три воздушные петли. Три столбика. Три столбика. Так, давайте. Один, два, три. Две воздушные петли. Довязываем, да? Один, два, три. Раз, два. Один, два, три. И вот смотрите, две воздушные петли провязали, вот наш уголочек, и здесь мы провязываем только три столбика. Не всю группу угловую, а только три столбика. Три воздушные петли. Раз, два, три. Развернули, положили вот так вязание перед собой. Берем новый мотив, вот он у нас. И вяжем все то же самое, что мы вязали вот здесь. То есть мы начинаем вязание вот с этого квадрата, смотрите. Вот здесь у нас ниточка, уголочек подхватили и вяжем. Один, два, три. Провязали, одну воздушную петлю сделали. Ищем, где здесь у нас вот арочка, сюда вставляем. Одну воздушную петлю провязали. И наша тоже арочка свободная, вяжем 3 столбика. Вот, в общем, все вот так легко, элементарно, просто. Наша задача обвязать, что сейчас делаем, помните, да? Воздушная петля и за арочку, вот она у нас, вот сюда. Воздушная петля, что у нас дальше, вот сюда. Все, то есть здесь я уже не буду объяснять, все, все простенько. Вяжем столько квадратов, сколько нужно по объему головы. Это у нас будет с вами повязка на голову, летняя, красивая. Вот. Я думаю, может быть, даже 6 хватит, может быть, 7. Вяжем столько, сколько нужно на объем головы. Ну, вот детской, допустим, я вяжу внучки. Вот. И потом я вам показываю, как мы будем заканчивать это вязание. Пока таким только соединяем квадрат. Я соединила, у меня получилось 6 розочек. Думала, будет больше. У меня оказалось 6 только. Теперь мы будем их присоединять на объем головы. Хорошо все получилось. Я связала вот такой, такую сторону квадрата. У меня осталось еще 2 стороны. Вот. Мы начинаем соединять. Смотрите. Самый первый мотивчик был вот так связанный. Вот. Его нужно тоже здесь присоединить, вот эти уголочки, чтобы они у нас были соединенные. 3 воздушные петли провязали. И вяжем здесь все точно так же, как мы уже знаем. Вот. 2 воздушные петли, 1, 2. И пока. Вторые мотивы, ну не то, что вторые, а последние мы не присоединяем здесь.
только в одном месте присоединили и вяжем вот эту боковую сторону. Две воздушные петли. Один, два, три. Две воздушные петли. Наш уголок. Один, два, три. Три воздушные. Раз, два, три. Поворачиваем уголок. И теперь мы начинаем обвязывать весь верх. Так, что-то у меня тут нитка расслоилась. Надо будет ее. Два, три. Мы теперь будем вязать весь верх наших квадратов. Сначала, потом соединять первый и последний мотив. То есть мы вяжем, смотрите, что мы делаем. Здесь мы пока оставили. Вот. Будем соединять последним, самым последним ряду. А теперь мы обвязываем весь верх. Вот низ у нас обвязаны. Весь верх теперь будем обвязывать. Просто-напросто каким образом? Соединять, да? Вот. Давайте сейчас дойдем до места соединения. Две воздушные петли. И быстренько довяжем наш верх, чтобы потом показать самый последний ряд. Две воздушные петли. Так, и вот смотрите, что мы делаем здесь. Вот наш квадрат. Мы его провязываем точно так же. Мы квадраты не теряем, углы не теряем. Здесь у нас провязаны две группы из трех столбиков. Мы точно так же вяжем. Вот. Раз, два, три. Здесь либо вот таким образом, либо, чтобы не растягивать слишком, вот сюда тоже будет некрасивая дырочка. Значит, мы 3 провязали, соединили вот сюда, и еще раз, два, три, и вяжем здесь. 1 2 3. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот, получается вот такое соединение. Достаточно неплохое. Все красиво, все эстетично. Все. Вот. И дальше вяжем то, что знаем, умеем. Здесь, где уголочек, мы обязательно провязываем. Здесь, где уголочек, провязываем. Все. Между ними соединяем. Довязываем таким образом до вот этого места. И вот здесь уже, смотрите, здесь уже мы с вами, когда дойдем до этого места, здесь мы присоединяем все точно так же, как мы и делали с вами до этого. И только вот здесь вот уже петля будет соединение. И отрываем ниточку. Все, пока вяжем весь наш верх, соединяем все наши квадраты. Вяжем второй ряд квадратов. Доходим до самого последнего квадрата. Вот. Связали первую группу нашего такого, да, последнего места. 3 воздушные петли мы связали. Вот, теперь начинаем соединять с последним рядом первого квадрата. Один, два, три. Это мы с вами делали уже несколько раз. Я думаю, что сложности здесь нет. Вот. Провязали вот эту группу нашу угловую. Вставляем наш крючок, нашу воздушную петлю. И также свободное пространство. Там, где у нас воздушные петли, вяжем. Довязываем обвязку второго квадрата. Воздушную петлю сделали. Ищем свободную арочку и закрепляем. Ах ты, где-то наша ниточка потерялась. Закрепляем воздушную петлю. Вот такие у нас получаются очень красивые квадраты, розовых квадрате. Воздушную петлю, последнюю арочку закрепляем.
Вот, где она у нас теперь воздушную петлю. И вот где у нас провязаны квадраты, вот сюда, мы делаем последнее соединение. Вот. Все. Все у нас сделано. Теперь смотрите, соединили. Конечно, мы все ниточки потом уберем, обрежем. Вот. Их не будет видно. У нас получается вот такая замечательная летняя повязка. У меня вышло 6 розочек. Я думала, что будет больше, но это не важно. Вот, смотрите. Вот такая летняя красивая повязочка. Желаю всем приятного просмотра. Если вам понравится идея, я буду очень рада. И есть такое продолжение. Завтра я хочу из этой повязки связать летнюю панамку. Продолжая вязание этой повязки, вот, завтра предлагаю связать красивую панамочку. Если вам нравится идея самой повязки, то по краю можно обвязать рачьим шагом. Вот здесь вот каждую. Сначала обвязать столбики, допустим, без накида с двух сторон. Вот. И обвязать рачьим шагом. Я думаю, это несложно. Если кому-то хочется продолжения, значит, завтра всех приглашаю на канал и будем вязать летнюю панамку. Всем приятного просмотра!